Пошли. Мир дома всему. Ну, штат не будем, наверное, проходить-то туда. Ну-ка, иди сюда. Ну, проходи, проходи. Ну, подойди сюда, я бывший. Мне-то раздуют, у меня носки светают. Значит, свежую морковку натерли. Вам нужно сейчас. Так, хлеб это сухари и печеная картошка. Да они наелись уже, у меня все, и каша. Ну, возьми, дайте, ну, зачем эти слова, говоришь, что? Спаси Христос. Пожалуйста, там. Ага. Морковку только сразу съешьте. Все, сейчас. Она очень, ну, вам нужна. Все, спаси Христос. Давай, разбирай там. Сашенька. Пройди туда. Садись, Кирилл, вкусно, дядя Игнатий дал. Пойдет, вот буску с ними попутно, вот она. Морковка, ну-ка, скорее, открой. Буска. Давай, Сашенька. Там вкуснятина какая, смотри. Пройди туда. Это чтоб глазик у тебя видел хорошо. Это вот для глаз. У ней же вот этот глазик оперированный, хрусталик мы меняли, да. Давай, сладкая. Морковочка какая. Сейчас папа тоже съест, смотри. Вкусно. Морковка это сибирские бананы. Да. Самое то, что надо. То, что надо. Она особенно полезна для зрения, каротин. Так она какая вкусная. Банан. Потеряевская, своя. Своя, не купленная. Ну, дядя Игнатий, а? Все? Балуете нас? Пошли, с Богом. Спасибо. Надежда Васильевна, чашечки сразу принесешь. С Богом, давайте. Спасибо, Христос.